продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І ще трохи часу у нас є не тільки для розваг, а й для справ і розмов на серйозні теми. І сьогодні до нашої студії завітали громадські активісти і молоді, красиві, завзяті люди. Наталя Пахомова, співзасновник зоозахисної громадської організації «Фенікс» і заступник директора Центру захисту тварин, а також Ігор Воронцов, громадський активіст і директор концертного агентства. Доброго вам ранку! Доброго! З Новим роком! З Різдвом, яке наближається, і говоримо сьогодні на дуже серйозні теми. Перед Новим роком зима все ж таки показала себе у всій красі і подарувала і сніг, і морозець такий добрячий, і дуже приємно за цією погодою, за снігопадом, за зимою красиво спостерігати із теплої оселі. Але за бортом, так би мовити, залишаються ті, хто через недбалість, через халатність потрапляє у скрутну ситуацію. Це наші домашні улюбленці, які, власне, можуть в такі святкові дні потрапити в халепу. З яких причин це стається найчастіше? Галочка, во-первых, почему-то люди считают, что животные должны точно так же радоваться шуму, салютам, громкой музыке, громким крикам на улице, да, праздникам, как и их хозяева. И поэтому зачастую хозяева сами же берут своих животных, выводят. Вот на новогоднюю ночь, например, посмотреть салюты, отчего собаки очень сильно пугаются, срываются с поводков, с ошейников и просто убегают. Точно так же для любого животного любой шум, ну, как бы сторонний, он является стрессом. А так как почему-то к советам зоозащитников, да, там кинологов и специалистов у нас мало прислушиваются, то эти животные не чипированные, у них нету адресников на ошейничках. И когда такая собака теряется, если даже находят ее там добрые люди или волонтеры, которые хотят вернуть своему хозяину, они просто не знают, куда ее деть. 1 січня на нашій центральній вулиці міста було безліч людей, які прагнули прогулятися, провести вільний час, просто натовп був людей. І дуже багато людей були із домашніми тваринами, із собаками, навіть без повідця. Ну, це ж дуже неправильно. Во-первых, это нарушение правил содержания домашних животных в городе Николаеве. И не потому, что нам так хочется, не потому, что не для того, чтобы обезопасить людей, да? Хотя очень многие люди выгуливают такие породы собак, как бойцовые, например. Какая бы у вас ни была обученная собака, натренированная, в любом случае есть место стрессу. Это большое количество людей, это те же самые там лошади, пони, которые гуляют по Советской. Это в любом случае для животного это стресс. Зачем вы, как хозяин, подвергаете опасности, в первую очередь, свое животное. Это неправильно. Минулого року було багато дуже гучних історій, які пов'язані із домашніми тваринами, що загубилися. І були такі, яких просто рятівники їм приходили на допомогу. Цьогоріч обійшлося без таких гучних? Ну, кошек на деревьях на уровне 3-4 этажа никто у нас не отменял. И хочу сказать большое спасибо ребятам из МЧС, которые на протяжении прошлого года приходили не раз нам на помощь. Думаю, что в этом году мы также будем продолжать сотрудничать и с ними, и с нашей новой полицией, которая еще ни разу нам не отказала. Вообще большое спасибо. С Новым годом, ребята. Мы очень надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество и спасение пусть таких маленьких, но жизней. Давайте покажемо фотографії тварин, які загубилися, можливо, знайдуться їх господарі. А ви, Наталю, розкажіть про цих потеряшек. Ми попросимо наших режисерів показати фотографію. Ось, наприклад, ця тваринка загубилася саме в новорічну ніч. Так, да, і ось така такса була знайдена перед Новим Годом. Курцхар, це в районі Варваровки, в районі, по-моєму, Кульбакіна, це Пекінес. А вот в районе Кульбакина кошка, а это мы уже перешли к нашей ярмарке, которая была проведена ко дню, приурочена ко дню Святого Николая. А вот это было такое мероприятие, в котором участвовала зоозащитная организация «Фенікс». На самом деле, это... Наталко, про ярмарку трошечки згодом завершимо розмову про цих загублених тварин. Якщо зараз хтось побачив на екрані свою тваринку, пізнав або тваринку своїх знайомих, пізнав і хоче її забрати. Можно позвонить в Центр защиты животных, номер телефона 47 21 93,
Либо зайти в паблике ВКонтакте, в нашу группу «Феникс», написать, что вот там, видели по телевизору собачку, это наша. И кураторы или опекуны, которые нашли или видели эту собаку, они обязательно с вами свяжутся. Вот еще как раз наши коллеги показывают цих тварин. Вони жили вдома із своїми господарями і ось загубилися саме в новорічну ніч. Можливо, хтось їх дуже чекає. А ось наш маленький ще один учасник цієї програми, він от зараз тут камери і ялинка, і незнайома обстановка, і дитинка ця хвилюється. Уявімо, як хвилюються такі тваринки, коли починаються гучні салюти і натовп народу. От якраз це маленька Катя. Она одна из шести щенков, которые сейчас, вот вчера приехали к нам в офис, по той причине, что во время салютов в новогоднюю ночь их мама просто пропала. Может, она испугалась. Вот. И детки остались сами. Хорошо, нашлись добрые люди, которые не бросили их, они их подкармливали, грели, ночью выносили бутылки с теплой водой, но тем не менее мама не вернулась, и поэтому мы вынуждены были забрать к себе в офис их. Сейчас пойдут некоторое лечение, и все шестеро ищут дом. Они все вот такие вот плюшевые, красивые, маленькие, 5 девочек и 1 мальчик. И вот Катя в том числе, она такой ласковый лопатун плюшевый. Вот, так что если кто-то хочет подарить дом щенка и себе взять чуть-чуть одного члена семьи, преданного, хорошего, то мы будем очень рады вам помочь в этом. Пока она маленькая, но она вырастет и будет, мне кажется, такая. Она будет такая чуть ниже колена, но пушистенькая. Видно, тут где-то пробегала балонка или что-то. И тут видно, что дуже такая любит спілкуватися. Катюша у нас общительная. Да, да, да. Наталко, ви не обмежуєтеся у своїй діяльності тільки тим, що підбираєте на вулицях тварин без хатченків. Ви виходите на більш високий рівень. У нас є фотографії, ми почали дивитися з ярмарки, але це тільки один із заходів. Розкажіть про свою діяльність і її мету. Ну, во-первых, зоозащитная организация «Феникс», да, как бы люди, которые ее создали, которые работают в городе на благо животных, то есть они действительно не ограничиваются только проблемами животных. Мы живем в нашем городе, наш прекрасный город, у нас очень много хороших людей, но в то же самое время очень много проблем. И мы, наверное, стараемся как-то объединиться. Да, очень много, вот, допустим, мы общаемся в Фейсбуке, вот, и тем не менее этого мало, поэтому мы стараемся объединяться, мы стараемся работать над какими-то совместными проектами, для того, чтобы просто сделать жизнь в нашем городе лучше, светлее, добрее. Вот, и была создана такая ФБ-тусовочка. Спочатку ярмарок був, конечно, так? И якраз мы побачим фотографии. Так. Що це був за захід? Це приурочений Дню Святого Ніколая. Була ярмарка, в которой Феникс вот участвовал со своими рукоделиями, скажем так. Все деньги, вырученные с ярмарки, пошли в помощь животным. Очень много других организаций, волонтеров также принимали участие. Действительно, было очень большое празднование. Наверное, самый ленивый человек только в этот день не побывал на Советском Воронцове. Ты был в этот день на Советском? Нет, я как всегда работал. Ну, у вас Воронцов исключение, потому что... Это же праздники. Да, он же делает праздник. Он у нас человек-праздник на самом деле. Вот, очень... Коллеги. Да, да. Да, наверное, так. Для кого-то свято, а для нас работа. Да, дарить эмоции людям – это всегда приятно, ведь от каждого мероприятия человек получает какие-то эмоции. Так, так по жизни. Зрозуміло. А тепер у вас так якось назріло ще один привід з'явився для спілкування. І це було насамперед перед Новим роком. Да, перед Новым годом пришла в голову такая вот идея, чтобы в первый день Нового года всем активистам, всем людям, которые вот общаются, собственно говоря, в Фейсбуке, которые... Не знакомы между собой. Часть знакомые, да. Часть незнакомые, где-то пересекались. Но вот Игорь не даст соврать, когда мы встретились 1 числа под елкой, оказалось, что большинство все-таки знакомы, где-то как-то пересекались. И вот там кто-то в детстве, да, Игорь, вот у тебя была... Да, да, встретил знакомую, с которой пел когда-то в детском хоре. Вот, вот так. Хотя мы общаемся в Фейсбуке, у нас общие знакомые, но... Вы не знали, что это... Но мы не знали, что это она, вот здесь я, и... То есть
цель этой всей тусовки, наверное, живое общение с людьми и какие-то совместное времяпровождение, совместное общение. Сколько было заседаний у всей фейсбук-тусовочки? Ну, первое состоялось 1 января. Потихоньку образовываются компании в этой тусовке. Вчера состоялось в сказке мероприятие, несмотря на мороз. Люди танцевали возле елки. Всем было весело. И опять же, эмоции, каждый получил свои. Да, 2 числа собирались еще часть народа, которые не дошли 1 к нам, они были очень расстроены, поэтому они собрались еще раз 2 числа, но было уже холоднее, поэтому... Социальные мережи звинувачують у тому, что люди відриваються від реального життя і занурюються у віртуальний світ, знайомлячись із незнайомими людьми, але так і залишаючись, власне, незнайомими. А ви зробили крок вперед. Вышли из виртуального простору. Да, мы так шагнули жизни через мониторы и решили, что смайлики вживую намного приятнее, обнимашечки и так далее, чем просто там нажать какой-то лайк или класс, или репост. Это только развага ось такая вышла у вас? Чи с этой развагой выйдет хорошая справа? Ну, мы на это надеемся, что получится хорошее дело, и будем стараться, чтобы ни в коем случае не превращать это в какое-то политическое мероприятие, потому что забота о животных, забота о городе, забота просто о хорошем настроении друг друга, это ну, никак не может быть политикой. Это просто вот такая дружба, наверное, в реале. Да? Поэтому и назвать виртуальным пространством то, что происходит в Фейсбуке, наверное, уже нельзя, потому что там общаются реальные люди, и в том числе сотрудники вашей телекомпании, которые каждый раз что-нибудь пишут, рассказывают о своих достижениях, и всем это интересно. Ну що ж, я дякую вам, бажаю втілення в життя ваших творчих планів, і є нагода знову звернутися до наших глядачів. С Новым годом, с наступающим Рождеством, добра вам! И, наверное, пусть все начинания, самые светлые, самые добрые, все-таки осуществятся в этом году. И больше уваги домашним тваринам, так? Обязательно. Мира, добра всем николаевцам, всем, кто смотрит нас, и всем друзьям в Фейсбуке. Я думаю, что наши встречи впереди и мероприятия. Мы надеемся, что мы будем развиваться, общаться на улицах нашего города и не только. Я дякую нашим гостям за корисну інформацію. Можливо, ця інформація допоможе врятувати чиєсь маленьке життя і долю, правда? Дякую.